Исход, глава 17. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню и расположилось станом в Рефадиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: «Дайте нам воды пить». И сказал им Моисей: «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: «Зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жаждую нас и детей наших, и стада наши». Моисей возопил к Господу и сказал: «Что мне делать с народом этим? Еще немного, и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею: «Пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских, и нарек месту тому имя Масса и Мерива. Искушение и укорение. По причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу: «Выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею: «Напиши это для памяти в книгу, и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из-под небесной». И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Нисси, Господь, знамя мое. Ибо, сказал он, рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род.